Друзья, я рад вас всех приветствовать на юбилейной 10-й части по своим гонкам. И как обычно, я приглашаю своих подписчиков, и победитель всех гонок забирает 2 миллиона долларов. Кстати, напоминаю, что на Бусти мы разыгрываем эту вот Бугатти. Также ты найдешь там контент, который я не буду выкладывать на Ютубе. Ссылочка, если что, ждет тебя в описании. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Гранд РП первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируешься. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАД. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! И всем огромнейший привет, друзья, с вами, как всегда, я, Саня, вы на канале ИГРАД, и у нас, друзья, свои гонки по традиции, это уже 10-й юбилейный выпуск. У нас Владимир на зеленое, BMW, полочка на фиолетовое, я буду на желтое. Привет, ребят. Привет. 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 Ну что, вы уже не впервые у меня на видеоролике, как вы думаете, сегодня кто-нибудь победит? Ну, сегодня 100% кто-то победит, а может я? Ну, какие шансы, как вы думаете, у вас есть шансы? Ну, хз, 50 на 50. Напоминаю! Вряд ли. Без дрифт-мода, ну, как обычно, да? Вот, напоминаю, победитель забирает приз в 2 миллиона долларов, а если я выиграю, вы скидываетесь по миллиончику. Все как обычно. Все, ребятки, запускайте ваши двигатели, и мы стартуем на счет 3. И раз, два, три. Старт! Ой-ой-ой. Так, кто срезает, вот сразу 5 секунд стоит, отдыхает. Если срез был, ну, как бы, не такой, что вы сократили путь, то можете сразу продолжать свое движение, соответственно, выезжать из той залупы, в которую вы въехали. Ну и также не забываем участвовать в самом видеоролике и общаться вместе со мной, иначе меня не хватит на весь видеоролик одного. А сколько? Как... 2 круга же было, да? Да, да, да. По стандарту 2 круга. Да поедет туда. Ползет тут, смотрите на него. Я не знаю, где полка. Полка, ты за нами едешь? Плетусь. Куда ты меня толкаешь? Выпираешь. Меня тоже толкают. Пиздец. Да я тебя толкаю, тут нихуя нету. Меня погнали. Это было страшно. Так ювелирно меня объехал. Нет! Ты как всегда тебе туда. Как всегда. Так, ладно, я лучше тут аккуратненько. Ой-ой-ой, у нас ДТПшечка. Опять! Нас... Нет! Я обогнал обоих. Все. Теперь можно насладиться, спокойно ехать. Не переживать. Нет, за мной кто-то едет, я слышу. Слышу! Зеленая машина вроде, да? Я открою. Да, да, да. За мной Владимир. Присосался. А где полка делась? Она же за мной ехала. Плетусь. А, плетёшь. Он меня выбил. Блядь. Оп. Врёшь, не обойдёшь. Ой, мой любимый поворот, кстати, на курсе. Давай, поворачивай ведро с гайками. А у нас, кстати... Прошлая часть была битва Мерседесов. Теперь у нас битва БМВ. Оп, все. Финишная прямая пошла, роднулька. Все, я Владимира не вижу сзади себя. Это хорошо. Давай. Я на второй круг захожу. Пошла. Главное не упасть. Стоять как бы не хочется. Аккуратно, даже пробельчик прожал. Хорошо. Тут можно тоже... Не-не-не-не-не, иногда пробел уж очень плохо влияет. Ну что, полка, ты начала хоть второй круг? Да-да-да. Все отлично, значит. Бля, меня носит просто из стороны в сторону. Я не могу ее контролить. У нас, кстати, Владимир едет на тачке, которая уже побеждала в наших гонках. Угу. Это у нас... Как это слово называется? Призер? Не призер, как? Олимпийский чемпион, блядь. Кто он? А ты ж на ней участвовал? Ты ж туда побеждал? Да, я...
ты вообще, он еще и на той тачке, и он еще и побеждал. Это, блядь, ебучее дерево. Как всегда, я тут целуюсь. Да, давай, еще разверни меня, ага. Так, я что-то видел, Владимир, где-то аж левее был от меня, или правее. Прямо его на дорогу. Прям на дорожку, так, хорошо. Газку поджать. Ока, уже скоро финиш. Да я в курсе. Там собаку свою запряги. Чё ты? Чё ты? Ничего не может. Чё ты сейчас сделал? Нормально. Срезать хотел, блядь. Внутри круга, блядь. Я хотел тебя внутрь не проехать. Да. Бля, я чуть не улетел, я забыл. Я просто забыл. Надо просто аккуратно, Саня. Аккуратненько. Так, вот так. И вот тут вот. И все, и на финиш. И на финиш. Пошла, родная, пошла. Можешь, главное вот тут, оп, и никого сзади себя не вижу, и это финиш. Ну что, у Сашки 2 балла получается, у Владимира 1 балл, и вот она полочка, кстати, не очень так и далеко въебалась. Я тормозилась, все хорошо. Получается 0 балл. Если бы я на внутренний чисток не ударился бы, я бы... Да, если бы, ну, возможно, не исключено. Да, мы переходим ко второй гонке на время. Итак, друзья, вторая гоночка на время. Я первый стартую, потому что у меня максимальное количество баллов. Итак, на счет 3. 1, 2, 3. Все, секундомер включен. Я его отвожу и газую. Моя задача — прийти максимально быстрее всех своих оппонентов, заработать 2 очка и, соответственно, забрать 2 миллиона выигрышных. А все остальные, ну, извините, не сегодня, не ваш уровень. Так, аккуратно. А вы пока трассу запоминаете, а то будет как-то, да. Я никому подсказывать не буду. Все, поблажек не ждите. Ой, хорошо, она держится. Ну хорошо, держу. Еще свет, вот это вот снег, и он бликует у меня, и у меня глаза аж уже начинают болеть. Так, тут у нас поворот налево. Давай, газуй! Куда ты глохнешь? Пошла, родная, аккуратно. Здесь аккуратненько. Хорошо. Тихо! Вроде пока неплохо. Трассу-то я в любом случае не забуду, как некоторые личности. Да, полка? Она замютилась вообще. Не будем показывать пальчиком на полку. Не будем показывать пальчиком. Тут налево. И вот тут вот аккуратненько нам надо спуститься. Аккуратно, я сказал, без резких движений. Главное, чтобы вот тут не занесло. И оп, пошла. Что тут может быть проблемка? Встречечка какая-нибудь ехать. Угу. Так, и самая главная проблема. Мне сейчас надо будет одним глазом смотреть на свое время. Вот в чем проблемка еще. Блять, не гони. А вот тут газ пол. 2.9, 2.10. Где-то вот так вот мое время. Итак, у нас Владимир на старте уже и готов показать лучшее время в этой гоночке. Итак, Владимир, на счет 3 стартуешь. 1, 2, 3. Старт! Пошел. Время. Если что, у вас на мониторах, друзья, вы все прекрасно видите. Вы как судьи, вы также наблюдаете, смотрите, кто же займет первое место и получит заветные 2 балла. И в конце наших состязаний, напоминаю, 10-й серии своих гонок, 2 миллиончика. Кто же их заберет? Ну, пока что вроде как бы уверенно идет. Единственное, что будем надеяться все-таки, что он немножечко забудет трассу. Хотя, я думаю, это уже сложно сделать. Особенно чемпион, который уже выигрывал наших состязаний. И... оп! Я что-то на минуточку подумал, что ты забыл. Такой влево, вправо, куда. Не-не-не. Давай.
Ой, вот эта долька замедления, как она прекрасна. Как она прекрасна, это же просто, оп, еще чуть-чуть, так, долька секундочки, она всегда будет решать в любом случае. Ой, прекрасно, тут налево, налево, да. Этот разворотик тоже, это же все время. Ну, идет на самом деле неплохо, посмотрим, как еще полка проедет. Если, допустим, теоретически... У Серга, то есть у Владимира, будет сейчас 2 балла. У меня получается уже 2 балла. Получается, у нас будет 3-я гонка. Если же полка сейчас зарабатывает 2 балла, у меня 2 балла, а у Владимира получится, что тоже 2 балла. Ну прям да, 3-я гоночка 100% будет. Нужно, не нужно. Загадывай. Ну, тебе нужно прям очень сильно будет постараться. А то получится как тогда. Только давай никогда, не как тогда, что ты орёшь, блядь, на меня, у меня паника, блядь. Что, кого туда? Налево, блядь, а какое право? Нет, я ж подсказывал. Так, тихо, сейчас главный момент. Время. Давай, тапок, оп! Стоп. Пока что не буду говорить. Я запишу, пока что не буду. Сделаем некую интригу. Запишу прям доль до миллисекунд. Итак, полочка, все то же самое. Абсолютно все то же самое. На счет 3 стартуешь. И мы погнали. 1, 2, 3. Старт, пошла! Все время также все засечено. Все есть. Не будем отвлекать девушку. Девушку за рулем вообще опасно для своего здоровья отвлекать. Может прилететь. По кокушкам получить можно. Да, я же говорю, может прилететь. Или она может улететь в кувет, а мы же находимся в машине, поэтому здоровье превыше всего. На помощь просто. Вы главное пристегнитесь. Да. Мы взлетаем? Мы взлетаем. Уберите ваши столики в вертикальное положение. Пристегните ваши ремни. Мы взлетаем. Знаешь куда, да? Налево. Хорошо, хуёво, ну ладно. Хорошо, хуёво. Ты забуксовала на месте. Так, добила пробег, сейчас проходит на сервере. Так, у нас тут свой пробег на BMW. Кустик, ничего, давай. Не стесняйся, я почему-то так и знал. Ладно, едь на дорогу, разворачивай, едь по дороге уже. Давай. Кажется, это уже было. Налево тут не забываем. Где-то это мы уже видели. Ой. Ну, хз. На самом деле, пока сейчас рано о чем-либо говорить. Есть шанс. Главное, в некоторых моментах чуть быть быстрее Владимира и меня в том числе. Может даже она... Ой. Как бы вот она. Давай быстрее. Налево, куда ты? Да, блядь, я знаю, это она. Вот опять не надо, пожалуйста. Я же подсказываю, я не со зла что-то говорю. Ты говоришь злобно. Я сам по себе такой человек. Ничего с этим не поделать. Так. Давай, тапок в пол и пошла. Почувствуй аппарат, почувствуй машину. Ну, у меня есть такая. Мне она не нравится. Все. Значит, ты умеешь, можешь, практикуешь. Привыкни к аппарату, тебе да. Передачу переключай! Слушай, ну, времечко хорошее, на самом деле. Я подтопил бы, конечно. Все, что могу. Давай. Да, тут надо прям притормаживать. Иначе габелла. И финишная прямая. Стоп! Вы готовы услышать свои результаты? Надеюсь, что лучше, чем тогда. Почетное! 3-е место! Полка со временем 2.24! Так, что там? Продолжаем. Второе место в данном соревновании. Получается 1 балл. У нас Владимир со временем 2.13. И первое место 2.9 у меня. То есть у меня 4 балла, у тебя получается сколько? 2 балла. И у полки получается, ну, 0. Стандартно.
Стандарт. Ты там не плачешь опять, как всегда. Так вот так и делал. А, ты сидела, пряталась за дверью, сидела, плакала. Ну, бывает, друзья, ну, бывает. Ну, подумаешь, по миллиончику мне скинетесь. Ну, слушайте, самое то, что, получается, легендарная десятая вообще серийка, и я же выигрываю в ней. Ну, я думаю, это так и должно было быть с самого начала. Вот, всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Вам, ребята, огромное спасибо за участие. Вы просто красавчики. Я надеюсь, да, не первый, не последний раз мы участвуем. Мы будем играть еще и дальше проходить. Идти стараться. Вы будете набивать руку, будете побеждать. Хорош плакать тебе. Ну, хорош вот это рыдать. Все будем плакать. Вот, всем спасибо за просмотр. Увидимся в 11-й серии. Всем пока-пока.